Всем привет, меня зовут Илья, и сегодня, как это ни странно, не будет никаких гайдов, никаких разборов, никакого философствования на тему бас-гитаризма и вообще мюзицирования. И на это есть две веские причины. Во-первых, Новый год. Во-вторых, на моем канале набралось 10 тысяч плюс подписчиков, что само по себе является для меня неким событием. К слову сказать, я не очень люблю своей деятельности, имеется в виду на канале, делать видео без какого-то музыкального контента, без какой-то смысловой темной подоплеки. И, наверное, для меня это первое подобное видео. Вот. И оно должно было быть в любом случае, потому что два события, да, Новый год и плюс 10 тысяч плюс человек. Конечно, это для Ютуба, и в рамках Ютуба это не очень много, но лично для меня это большое событие. И, конечно же, хотел сказать спасибо людям, которые подписываются и смотрят меня. Без вас, наверное, бы ничего не было, потому что мотивация, куда ни глянь, везде обычно демотивация у музыкантов. А когда тебя смотрят, и ты чувствуешь, что это надо людям, то это тебя, наоборот, подталкивает что-то делать. Не опускать руки и делать хорошие вещи, делать контент, делать инфу и общаться с людьми. Ровно год назад на моем канале набралось 1000 человек, и за 2018 год количество выросло. В эти же числа декабря, но год назад я создал группу ВК для того, чтобы информационно поддерживать своих смотрителей, своих зрителей, своих подписчиков и как-то тоже развиваться. И, на мой взгляд, и в количественном коэффициенте, и в качественном канал вырос, я вырос как блогер, как музыкант даже, я общался с людьми, и многие видео, которые я создавал, особенно в 2018 году, они были с подпиткой, с посылом моих подписчиков, и благодаря им многие хорошие видео появились на свет, многие интересный контент, наверное, самый интересный контент появился благодаря зрителям, которые мне подкидывали идеи. Если бы этого не было, наверное, бы я бы уже этим не занимался. Как мне кажется, что рост численности канала взаимосвязан с качеством канала. И я надеюсь, что это не только мое мнение, и качество картинки выросло в 2018, и качество контента тоже, на мой взгляд, и судя по числу подписчиков, тоже выросло. Я добился более-менее какой-то картинки неплохой на данном этапе канала. Какой-то свет, потому что в начале видео, конечно, было хуже, и в середине, ровно год назад даже, было хуже и картинка, и в звуке проблемы были. Люди писали, что там либо тихо микрофон, либо там, опять же, со светом проблемы были, которые я сам замечал, но было достаточно не так просто решить. Но в данный момент, по крайней мере, я сдвинулся с мертвой точки, в этом плане тоже немножко продвинулся. Но, конечно, это не потолок, и я надеюсь, что в дальнейшем я и дальше буду улучшать качество канала. Что же касается будущего канала, будущего содержания канала, я надеюсь в 2019 году делать больше разборов, больше басовых разборов, которые буквально не так давно начали появляться на канале, бас-разборы, где я разбираю какие-то песни на басу с объяснениями, с комментариями. И, как показала практика, это людям интересно. И в дальнейшем это даст жизнь каналу, в дальнейшем не даст всему этому загнуться, и я надеюсь, что это будет реально новшество, реально полезно для людей. В первую очередь потому, что я делаю акцент на каких-то русских песнях, которые не так часто разбираются, и в этом направлении я хочу в том числе и работать. Что касается традиционных видео для моего канала, уроки, гайды, они тоже будут, и в 19-м я надеюсь эту тему дальше развивать и генерировать с помощью, в том числе и моих подписчиков, вас, какие-то интересные идеи и воплощать их в жизнь. Конечно, не всегда это технически удается, не всегда бывает легко, но по мере возможности я стараюсь это все воплощать в жизнь. Несколько слов о том, что не очень удалось в 2018 году, по моим ощущениям. Наверное, в первую очередь, это стабильная частота выхода видео. Можно было чаще выпускать, но по моим личным наблюдениям, по моей аналитике, для того, чтобы стабильно выпускать видео раз в неделю или даже два видео раз в неделю с более-менее хорошим наполнением, нормальных, адекватных, качественных, то нужно заниматься только каналом, действительно. И я вынужден, не то что вынужден, но для того, чтобы жить на что-то, я работаю, естественно, и никуда от этого не деться, и поэтому работа у меня забирает зачастую очень много времени, я пропадаю там в этих всех раздумьях, в рабочих делах, и тут под Новый год завал был, и тут был не до канала, поэтому вот такие моменты, они отвлекают действительно от творчества, это никуда от этого не деться, у многих людей, мне кажется, то же самое. И в дальнейшем, в 2019-м, я постараюсь
ну, по крайней мере, меньше, не уменьшать эту частоту видео, а наоборот, делать больше хороших роликов и соблюдать периодичность. Но не все зависит от меня, поэтому будем надеяться на лучшее. Немножко информации касательно ближайших планов на контент. В январе я планирую снять видео ответов на вопросы от подписчиков, которых уже накопилось достаточно много этих вопросов, и снимать отдельные видео на них не очень целесообразно и даже иногда просто не удастся. Например, вопрос, на каких я инструментах за всю свою жизнь играл, какие понравились, какие бы я никогда не брал в руки. Вот подобного рода вопросы я хочу объединить в одно видео, тоже чисто вот говорить, даже без гитары. Если есть у вас какие-то вопросы, пишите в комментарии, это все я соберу, объединю и сделаю видео. Ну вот такой он краткий итог 2018-го. Еще раз я хотел бы сказать спасибо вам, подписчикам, за то, что помогали, поддерживали своими комментариями, лайками, репостами. Это очень ценно, это супер круто. Я надеюсь, дальше это только будет развиваться и канал будет расти, потому что не так много подобного рода каналов у нас в СНГ, практически нету. Я надеюсь, что совместными усилиями можно будет как-то поднять на должный уровень всю эту тему у нас. И я буду над этим работать. Еще раз хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать всего самого крутого, скилла побольше, успехов везде, во всех сферах жизни, любых целей, чтобы исполнялись. Я надеюсь, этот год будет еще лучше, чем предыдущий. Как говорится, лучший год тот, который еще не наступил. Всем любви, доброты в 2019-м, пока!